В разгар лета, изнуряющая жара и время отпусков. Все это заставляет тверитян задуматься об отдыхе. Большинство выбирает, конечно же, отдых на природе, у водоемов. А еще желательно такой, чтобы не нужно было заботиться о приготовлении пищи, чтобы было весело, интересно и полезно. Что ж, все это вполне реально и доступно, причем не за 3-9 земель, а, как говорится, прямо под буком, в нашем регионе. В каких-то 30 с небольшим километров от Твери на территории векового соснового бора площадью 30 гектар располагается знаменитый и популярный у отдыхающих пансионат Верхневолжский. К услугам гостей великолепный и очень разнообразный отдых на живописном берегу Волги, возможность заняться несколькими видами спорта, лодочная пристань с прокатом рыболовного снаряжения, а еще оздоровительный центр, массажный и физиотерапевтический кабинет, соляная комната и фитобар с кислородным коктейлем и лечебным чаем. По желанию отдыхающим могут быть предоставлены оздоровительные услуги, русская баня на травах, прогулочные лодки, бильярд, велосипеды, удочки и многое другое. Верхневолжское – излюбленное место для отдыха семейных пар с детьми. И для малышей здесь будет чем заняться. Все продумано и предусмотрено. Детская площадка, анимационная программа для детей и взрослых. И, конечно, для всех отдыхающих большой, оборудованный бесплатный пляж с удобными лежаками. Акватория Волги с пляжной зоной огорожена буйками. Песочное дно очищено и обследовано. Дышится очень хорошо, легко после Москвы. Клёвый. В пансионате организовано качественное и вкусное трехразовое питание по системе шведского стола. А после обеда можно насладиться завораживающим по красоте видом на Волгу со смотровой площадки главного корпуса. Ну и, конечно, сделать селфи с друзьями. Дорогие жители Тверской области, приглашаем отдохнуть в нашем пансионате. Будем рады сделать ваш отдых комфортным и запоминающимся. Курорты Верхневолжья, такие как Селигерский Сокол, Чайка, усадьба Толстых, ну и, конечно, расположенный вблизи пансионат Верхневолжский, ждут гостей как на выходные, так и на более длительный срок. Оформить путевки очень просто. Вы можете сделать это, позвонив по телефону 300-360 и на единый справочный номер, код 495, телефон 121-07-21.